Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Tower. Так, зайдем сразу же, наверное, в деревню и посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, колодец маны, что он нам дает? Так, смотрите-ка, он дает нам ускоренное производство маны. Это манна, оказывается, что я собирал. Так, стоит с этим заморачиваться или нет? Смотрим, ребята, у нас довольно неплохо ресурсов. И, может быть, нам до третьего... Подожди, а это максимальный, что ли, уровень? А что нам нужно для того... Погоди-ка, а может быть нам лучше построить... Ага, смотри-ка, у нас есть фордж, у нас есть лаборатория. Что лучше сделать? Кстати, мы можем и то, и то. Давай тогда сделаем, наверное, вот так вот, да? И сюда уже поставим с вами фордж. Вот, что такое? Все нормально, давай, не выкаблучивайся мне здесь. Отлично, ребятули, у нас с вами еще даже ресурсы остались. Давай зайдем в гильдию героев. С деньгами, конечно, напряженка. У меня в данный момент всего 23 600, нужно 500 тысяч. И спасибо вам, ребят, за пожелание. Я понял, что монк это зашибись, ну, монах, точнее. Но немножко здесь есть разногласия, что маг льда тоже неплох. Маг... Льда тоже неплохо. Вот я теперь сижу и думаю, что лучше. Ну, за монаха проголосовало большее количество народу, поэтому я, наверное, все-таки с монаха начну. Так, здесь можно, ребята, улучшить. Давайте улучшим наш склад. А здесь я могу, здесь у нас по максималке. Все, не имею права, как говорится. Здесь тоже не могу ничего сделать. Так, и здесь тоже. В общем, ребята, у нас, по ходу дела, все проапано. Кроме околоть манны. Надо 100 тысяч, 100 тысяч, а у меня 13 тысяч, этого мало, конечно же мало. Многие ребята мне посоветовали построить немножко, поменять башни, то есть ветреная должна стоять здесь, чтобы отдувать противников куда-то там к ядрене фени, да, на куличке. Так, по гемам, что у нас, ребята, по гемам по нашим? Давай-ка посмотрим, может быть, что-нибудь с вами сможем здесь собрать. Да, я уже вижу, ребята, вижу. Классно, 6 уровень, почти... Практически все гемы, кроме вот желтенького, ребята. Ну, куда он денется? Тоже он у нас прапается. Рано или поздно. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда это перенесем. Вот так сделаем. Так, фиолетовый можем. Можем, ребята. Он захотел от меня скрыться. Не тут-то был. Что? Что такое? Все так и вот так, ребята. Оу. Так, давай сравним. Так, это урон башен. А здесь у нас урон башен с копьями. И газовая башня. Газовая башня. Давай так сделаем. В любом случае это будет лучше. Так, ну что, вроде бы с башнями, ой, с гемами закончили. Давай посмотрим, что у нас тут по башням. Вы помните, да, у меня был сброс, все мои бойцы обнулились, поэтому их придется теперь прокачивать всех практически с нуля. Нам нужны деньги абсолютно на все, ребят, абсолютно на все, на... апгрейд, на постройки и так далее и тому подобное. Ладно, давай-ка посмотрим, как у нас бойцы справятся с 30-й волной. Так, поменьше сделаем, наверное, скорость, да? Единичку. Вау. Манна, а для чего нам, ребята, манна? Манна это, наверное... Так, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Босс! Босс, чтоб его! Хе-хе-хе-хе! Расчекрыжили и не поморщились, и солдатики мои радостные бегали. Отлично, ребята, два деревянных сундука мы с вами получаем. Естественно, сейчас будем открытие делать по сундучкам. Никуда они от нас не денутся. Давай, покажи, что у тебя тут в запасе. Так, шляпа, бриллиант и оникс получили мы. Давай следующий сундук, порадуй папу. Так, лук, опять же, бриллиант и уже сапфир. Что у нас тут? Блин, ребята, очень... Что такое сейчас было? Что... Это что такое происходит? Я не знаю, ребята. Не получает ничего. Колечки. Давай-ка мы сделаем, наверное, идентификацию. Плюс 6% к дамагам всех миньонов, да? И, ну, тут опять минус 3% по летающим монстрам. Поэтому невыгодно, ребята. Давайте посмотрим, что это за копьишко у нас такое. Так, плюс 9% к урону всех героев. И также у нас к дамагу стрелков. Получается так. Рейндж миньон. Ну да, это получается у нас бомбермены, может быть, миньонами так называют катапульту, хотя я почему-то в этом не уверен. Слушай, а у нас-то что? У нас, так, 25% дамаг по ближайшим героям и шанс сбора манны, которая выпадает. А это что у нас такое? Золотой бонус на каждую волну. Получается, плюс 1%, да, за каждую волну.
Фиг его знает даже. Давай посмотрим, блядь, что у нас это за подвеска. Лучше, не лучше. Так, дерево и железо добывается быстрее, да? Плюс 3. И дамаг по всем героям 10%. Ну-ка, а здесь? Дамаг по всем юнитам. И дамаг по летающим. Нет, не пойдет. Давай мы, наверное, вот так, ребята, заменим. Заменили? Да, заменили. Отлично. Великолепно. Так, а у нас броня что делает? 13% к воротам, да, прибавляется. И Ground Masters ХП, минус процентов. Ground Master, это, видимо, наверное, может быть вот эти вот големы, которые на нас периодически выбегают. Может быть, это Ground Master, хотя фиг его знает. И денег 46 тысяч. Может быть, попробуем сегодня накопить 500 тысяч для покупки нового персонажа. Мне бы сильно очень этого хотелось. Ага. Так, манна собирается. Для чего нам манна, я так и не понял пока. Стрелок, отлично он себя показывает. Ребят, он в боюхе просто великолепен. Смотри, что мы здесь с вами сделали. Найс, просто великолепно. И деньги копятся, и ресурсы, и... Так, 77 тысяч. Давайте, ребят, посмотрим, наверное, рекламу. Немножко как бы приблизимся к 500 тысячам голды. Ну что, заработали немножко денег, уже 141 тысяча. Хорошо, таланты у нас, кстати, открылись. Давайте прокачаем полностью себе опыт. Так, а здесь у нас получается что? 5% бонуса к голде за каждую волну. Ага, отлично. Так, а что у нас тут в башне, говорю, в деревне нашей происходит? Так, тут 3 часа, 4 часа, тут 23 минуты. Обалдеть. Можем улучшить, блин, ну неохота, ребят, я не знаю. Деньги нужны. Нет, я буду копить. Соберем, как говорится, нашу волю в кулак и будем копить 500 тысяч для того, чтобы нам получить с вами, конечно же, нового бойца. Это будет монах. Сегодня нам надо поставить цель сделать себе монаха. Поехали, ребят. 32-я волна. Кстати, спасибо ребятам, те, которые мне написали, что максимальная волна там миллион какая-то. Я просто когда увидел, я был немножко в шоке. Миллион какая-то волна. Это же охренеть можно. Я на 32-й волне тут зависаю, а там миллионная волна. Это, наверное, жесть происходит. Но, тем не менее, ребят, мы с вами прошли 32 тысячи в плюс к нам в копилочку. Это сколько нам надо? 10 боев, чтобы 320 тысяч получить. Пока я ничего не буду здесь делать, ребята. Поехали сразу же посмотрим еще одну волну. Пока, как видите, никаких проблем особых нету. Вроде получается разбирать. Так что все хорошо. Вау, лучник, давай, ой, стрелок. Давай, бомби. Ну, все-таки, когда вот есть много героев, когда мы можем отбиваться, мне это очень нравится. Отлично, 34-я волна позади у нас с вами. А максималка у нас была какая? 50-я волна, да, по-моему? Или я что-то привираю? Ну что, давай еще глянем, да? 68 тысяч на дороге не валяются, я думаю. Так, замечательно. Кстати, я хотел посмотреть, ребят, для того, чтобы нам получить нового героя, нам нужно еще что-то? Нет, нам только нужны деньги. Я думал, может быть, тут нужны будут камни или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Считайте, грубо говоря, половину суммы мы уже с вами набрали. И это классно. Поэтому давайте попробуем 34-ю волну. Как же я обожаю этого стрелка, а? Обожаю просто его, ребят, со своей ультой вот этой могучей. По-моему, все-таки вот это вот нам нужно для того, чтобы действительно применять ульту. Потому что она может откатиться, но если манны у тебя нету, парень, то ты не сможешь ее применить. Отлично, еще 34 тысячи в карманчик мы с вами закладываем к нам. И у нас уже 300 кусков. Хо-хоу! 300 тысяч. Дайте-ка я посмотрю гемы. У нас вот уже, наверное, накопилось их достаточно много. И будем потихонечку их объединять. Да, ребят, довольно неплохо у нас. Тут все должно получиться. Так, погоди. Секунду. Давай вот так вот сделаем. Теперь вот так. Ага, здесь ничего не происходит. Жаль. Немножко меня это расстраивает. Так, вот здесь мы улучшаем. Так, гем вот тут. Объединяем с этим гемом. Вот сюда его поставим. Так, фиолетовый есть? Нету. Нет, есть, ребята, вот. Надо смотреть внимательно, можно просто это дело упустить даже, сам того не зная. Ну, неплохо, не забывайте, что у нас, ребята, с вами открыто две сумки. Так что мы можем с вами проходить боев очень-очень много. И инвентарь у нас не будет переполнен, как это было ранее. Так, слушай, давно не было боссов, вы заметили, кстати? Давненько не было боссов. Воу, это ребят, просто голем или это босс? Не знаю, проверим. Так, тихо. Вот тут мы с вами сдулись. Ты понял? А знаешь почему? Потому что у него вышли не лучники, а вышли стрелки. Именно стрелки разбомбили мне базу. 105 тысяч, вот это шикарно.
Ну что, еще немножко напрячься, ребята, и мы с вами приобретем монаха. Я специально ничего не покупаю, не апгрейживаю для того, чтобы нам получить ту нужную сумму. Попробуем еще разок. Может быть, все-таки у нас что-нибудь получится с этой волной сделать. Вот так вот всех в кучу собрали, бомбанули. Идет, ребята, идет ханорик. Точно, это манна, ребят, для того, чтобы нам использовать суперудар. Эть, голем, нет, не получилось. Не вышло. Ну и повышать и апгрейживать я пока ничего не собираюсь. Я не буду вот из принципа этого делать, потому что я уже вам говорил, надо идти вперед, а не топтаться на месте. Так, гем, подожди, мы с тобой ничего сделать не сможем. Вот здесь, ребята, объединяем. Вот тут тоже можно объединить. И также вот этот вот гем. Хорошо, идет отлично. Ребята, вот так вот. Шестой уровень у гема. Это топаз у нас, нормал. Так, к электрической башне, да, и шторм башне. Электрической и шторм. Мы, наверное, с вами, так, вот заменим вот таким вот образом. Потому что у нас, нет, ну у нас есть фрост башня, у нас даже их две. Но вот почему-то я не заметил, чтобы была у юнитов замедленная скорость. Они как ползали, так и ползут со всей своей прытью. Так, гемы. Дай. Стреляем. Тыдыч, откинули. Но все равно, ребята, по-моему, смотрим. Мы его застанили. Ну, стрелки, поганцы эти. Ну, смотри, а. А вдруг получится, ребят? Да ты посмотри на этого голема, ребят. Ну, бомбаните. Ну разве не красота, ребят? Это просто красотища, красотуленька. По-другому не назвать. Все, дорогие мои друзья, я нас поздравляю. Мы с вами скопили на сумму определенную. И где же наш монах? Вот он, давайте приобретать его. Сколько там следующий герой стоит? Почти 1,5 лямзика. Нехило, да? Не кисло. Так, ну-ка посмотрим, он у нас появляется здесь. Эй, погоди-ка, мне еще нужно что, его поставить или как? Да, конечно, нужно поставить вот сюда, вот в эту ячейку, ребята. Так, можно его подточить, подзаточить. Давай вот сюда его активируем. Деньги-то хоть есть у нас. Он у нас вообще, ребята, пока нубас полный. Давай вот так вот сделаем. И вот, все, камни кончились. Ну, теперь надо, конечно же, ребята, протестить все это дело. Давайте, на 36-й волне, что монах у нас делает? А, вот он такой, он боевичок такой, знаете. Он у нас своего рода, ребята, боевик. Угу, пока все хорошо. Но. Вау! Огненная стопа, ребята, у него называется ульта. То есть он машет ногой, и вы видели, такая огненная волна летит, которая уничтожает врагов на своем пути. Это неплохо. Так, что же нам сделать, ребят? Я не знаю, в принципе, надо прокачивать нам наших героев главных. Мне вот неплохо зашел наш стрелок и монаха. Монаха надо обязательно тоже, ребята, подтянуть хотя бы до 60 уровня. Вообще, в идеале, у меня такая идея прокачать их до 100 левела. Вот это будет, наверное, круто. Также нам нужно качать башни. Нам все, ребята, нужно здесь. Но опять же, повторюсь, проблема в деньгах. Так, бронзовое кольцо. Зеленое. Я так понимаю, наверное, тут будут и синие, и фиолетовые, и легендарные кольца. Мне так кажется почему-то. Ну что, рискнем, ребят, на 37-ю волну с вами выступить. Посмотреть, что тут произойдет у нас. Ну, согласитесь, когда у тебя много вот этих вот суперударов, ульты и всякое тому подобное, как-то и жить хочется прям, воевать на самом-то деле. Так, ну-ка иди отсюда прочь. Пришли мне тут злодеяки устраивать вакханалию. Да, ребята, здесь у нас отлично все прошло. Так, 76 тысяч гемов мы можем заработать с вами, но я пока не буду. Пока вроде бы справляемся. 38-я волна, сразу же с пылу с жару, так скажем. Иди отсюда, нормуль. Так, стрелок, бам, всех откинули. Босса пока нет, ребята. Надеюсь, мы сможем здесь все-таки справиться с вами. Катапульты бегут. Оп-оп-оп, ах, успели мы их забомбить. 38 тысяч голды в карман к нам. А что вот это означает, я не пойму. Что-то показывают нам про заточку, про какую-то. Угу. Ну что, монах, давай мы тебя, наверное, проапгрейжим. Сколько хватит у нас денег. Деньги просто как вода, ребята, тут тают. Прям на глазах у тебя. И итем, что у нас итем? Итемов у нас тоже много. Так, а тут, наверное, тут... А, вот у нас, ребята, у нас сумка еще есть, так что нормуль. Так, плюс 3% к дамагу наших стрелков, рейнджеров, лучников, да? Ну, давай посмотрим, что это за колечко.
5% к урону всех юнитов и скорость наших добытчиков идет. Ну, добытчики вроде бы и так неплохо себе там ведут. Вроде бы пока справляется. Время у нас, ребят, на все, про все хватает. Теперь можно уже спокойно вот это, ребята, улучшать. Да, нам мана пригодится для того, чтобы использовать свои суперудары. Так, сколько там что надо? Нам не хватает. Нам не хватает всего лишь денег. Ну, естественно, мы с вами это сделаем. Деньги. Так, апгрейд. 100 тысяч. Это колодец манны, да? Нам. Через 13 минут, ребята, у нас построится фордж. Посмотрим, что там у нас такое за фордж, что он там делает. Ну, а пока, думаю, пора нам 39-ю волну расколбашивать. На следующей волне будем ожидать с вами босса, конечно же. Так, это все получаем. Стреляем. Ой-ой-ой-ой, их тут как-то, ребята, очень, очень мощно и плотно они идут. Катапульты! Не успеем, по ходу дела, да? Нет, успели, как ни странно. Как ни странно, успели, отлично. Интересно, 100 тысяч мы с вами насобирали монет или нет? Нет, 42 тысячи пока в данный момент. Таланты мы сможем с вами выучить. Ха-ха. Так, вот это уже хорошо. Давай, наверное, мы с вами сделаем мили героев, да? 0,5 к скорости. А тут уже 0,25 к скорости. Слушай, деньги нам нужны. Я буду, наверное, ребята, вот так вот. Хоть чуть не сбросил все таланты. Отличненько, хорошо. 3%, конечно, мало, но в нашей ситуации, ребята, это довольно-таки хорошо. Ожидаем здесь с вами босса, потому что 40-я волна у нас на круглых волнах. И, естественно, ребят, появляется всякая шелупень. Дайте мне манну, господи. Ау, ау. И тут босс, ребята, катапульта гигантская прикатила, ё-моё. Явилась, блин, не запылилась. Мы, кстати, в последний раз, когда играли с вами, до обнуления, у нас как раз вот была эта катапульта. Чтоб ее разорвало. Ну, давай попробуем еще разок попробуем. Так, вот тут бросаем этот. Как-то немножко не туда у нас упало, вот это все надо собирать. Жалко, нету автосбор... Нет, не получается, ребят, это жесть. Это очень жестко, на самом деле. Я аж немножко припух. Ну что, посмотрим рекламу за 120 тысяч, это довольно солидные деньги. Так, и в общей сложности 213 тысяч. Знаете, у меня такая вот, может быть, дурацкая, не дурацкая идея. 1,5 миллиона еще надо у героя накопить. Ну, это, наверное, очень дорого. Очень дорого и долго. Но зато, если ты его купишь, это будет обалденно. Ну что, ребят, давайте вот так вот мы с вами приобретем. А, тут по проценту, да, идет только. Все, я понял. Давай мы тогда, наверное, 30%. И сразу поставим на апгрейд. Да, полчасика будет апгрейдиться. Так, у нас еще 68 тысяч в карманчике завалялось, поэтому, ребят, давайте-ка мы с вами, наверное, стрелка. Стрелка прокачаем. Да, много не получилось прокачать. Башни, конечно, тоже нужно апать. Как ни... Оу, так у меня... Йо, прозоте, я... Чего я тут ожидаю? У меня же башни тоже обнулились. Как я забыл, что они первого уровня все. Йо, прозоте. Ой, вот это я снобил, конечно, да, ребята. Первого уровня башни, я от них что-то тут жду, какой-то помощи. Говорю, почему они не замедляют, не отталкивают? Да потому что они не прокачаны, вот почему. Ёл простоты, Рэй, ну, господи, ты не показывай это никому, а то засмеют. Катапульта, ну, нет, ну тут проиграл, понятное дело. Ладно, хорошо, хорошо. Естественно, буду сейчас прокачивать башни. Что же я так это, нубанулся-то, господи. Давай, так, у нас здесь и... Вот, заморозка, башня заморозки. Давай попробуем прокачать. Жалко, нету бонусной рекламы. Я бы обязательно посмотрел бы для того, чтобы, ну, получить себе денег. 120 тысяч было бы сейчас бы мне очень хорошим бонусом. Так. Давай, расстреливаем. Бамс. Господи, 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 что... Воу, чих, удар. Кунфуция и катапульта. Давай, давай, давай. Оу, а, чё, а почему такая, ребята, мощная? Мои там солдатики, оп-оп-оп, тыкают, тыкают, тыкают. Вот, видите, как башня стала работать. Стоило немножко ее, ребят, прокачать, и она стала работать, хотя бы отталкивать чего-то. А то вообще ничего не срабатывало. Классно. Может быть, действительно, ребята правы, что мне надо поменять башню воздушную, вот эту вот, которая отталкивает, поставить ее первой. Первой я имею в виду к выходу этих юнитов вражеских, естественно. Вот сюда вот. А можно ли ее так сделать? Ну, предположим, давай вот я ее аут убрал, нет? Как вот мне ее поменять местами? Только не говорите, что я для... А, погоди-ка секунду. Мы можем вот... Она электрическая, да? Вот так вот мы ее убираем.
Вот, все, отлично, ребята, я понял теперь. Воздушную, так, где она у нас? Вот так вот мы с вами сделаем. И выставляем вот... подожди, что там? Да, вот сюда вот. А сюда мы ставим нашу вот электрическую. Вот такие вот макары у нас происходят. Кстати, мы можем, знаете, что с вами даже сделать? Мы можем убрать электрическую вот эту башню и посмотреть вот эту вот метеоритную башню. Всем же интересно, и мне тоже, что она, ребят, такого делает. И давай-ка мы с вами дальше будем апать. Только апать мы будем с вами башни. Так, 20 уровень, давай дальше поднимем. Сколько у нас тут выйдет? Ну-ну-ну-ну-ну, 48 уровень. Хорошо, ребят, давайте проверим на 41-й волне, как это все дело зайдет. Так, секунду. Тут должны быть просто, ребята, юниты. Тут должны быть просто юниты. Без боссов. Я видел метеоритную башню в деле. Вылетает якобы метеорит. Опа, катапульты. Блин, да почему же... Не, ребят, что-то воздушная база не имеет значения, где она стоит, где она отталкивает. Эффект никакой. Но башни все равно надо прокачивать. Вон, смотри. Ледяная пушка вообще у нас первого уровня. Господи, что я от них требую, если они у меня такие непрокачанные? Естественно, ничего не получится. Как-то тут не крути. Вот сейчас будем смотреть, ребята, эффект. Эффект, блин, бабочки. Так, стреляем. Давай вот это вот все. Блин, удар монаха очень дорого, ребят, стоит. Очень дорого стоит. Поэтому я не могу им воспользоваться. Проиграли. А могла бы быть победа, если бы чуть-чуть быстрее. Вроде бы им... Вот, ну давайте посмотрим еще одну. Ну, 100 тысяч у нас будет. Кстати, хотел, ребят, немножко отвлечься и сказать. Если кто-то смотрит и видит, что на канале у меня 2 дня не выходят видосики, да, новые, то запомните, в эти дни я, ребята, работаю. Я же вам говорил, что у меня помимо моего хобби вот этого, да, летсплея, я еще работаю на официальной работе, поэтому не могу я в этот момент делать видосики, потому что я прихожу уставший, мне надо покушать, надо поспать, потому что идти в следующий день опять на работу. Так что не обессудьте и не кричите, и не ругайтесь, и не паникуйте. Все будет нормуль, как только у меня выходной, я сразу начинаю приступать к записям. И второй нюанс, я хотел специально для подписчика, забыл, как его звать. Я говорю тебе, что Shadow Fight 2 я не прошел. Я начал его когда-то играть, дошел до определенного момента. Потом я переключился на Shadow Fight 3. С Shadow Fight 3 я сейчас немножко завязал. Я жду продолжения основной сюжетки. Как бы некогда мне там качаться, заниматься, все это искать. Может быть, когда-нибудь вернемся. Но, ребят, на самом деле, мне и без этого сейчас... как говорится, видосика хватает записывать. Потому что, ну, это все не быстро делается, плюс монтаж и так далее и тому подобное. Так что, ребята, как только мы проходим какую-то игру, естественно, мы сразу от нее избавляемся и переходим на что-то новенькое. Ну, извините меня, по 20-30 игр в день клепать для вас, это, конечно, не вариант для меня. В общем, так, это вкратце я отвлекся, чтобы не было потом никаких вопросов. И давайте дальше прокачивать наши базы. Так, смотрите, у нас основную пушку-то, наверное, тоже надо прокачать, да? Fire Cannon. Огненная пушка. Так, давай мы ее сейчас, ребята, проапгрейдим. Полтинчик. И, наверное, вот эту вот отравляющую тоже нужно проапать, сколько у нас хватит. Так, 20... На 30 уровень маленько не хватило. Ну что, 41 волна, мы с ней до сих пор еще не справились. Давайте попробуем что-нибудь с ней сделать. Получится, не получится. Прокатит, не прокатит, я не знаю. Так, что у нас тут? У нас тут будет вражина. Что-то мало мана, маны дают, мало... Ты смотри-ка. Ребятульчики-то у меня разбушевались. Ну, и это еще немаловажно, то, что, ребят, мы все-таки с вами прокачиваем башни. Кстати, моих юнитов-то, какого он, 74-го? Ладно, я все равно пока буду башни прокачивать. Давай вот эту вот тоже прокачаем. Где-то до 100-го уровня мне нужно сейчас в данный момент все башни поднять и всех, ребята, юнитов. Вот такая вот у меня идея. Ну, посмотрим, как тут пойдет у нас дело. Так, а почему не срабатывает? Интересно, автоскилл должен срабатывать, он почему-то не фурычит. Ну, нога! Вау! Справились! Справились! И это классно. Так, опыт там получаем, все дела. Отлично. У нас с вами 45 тысяч. Я продолжаю, ребята, апать наши башни. Наши башни и... Так, секунду. Электрическую башню. Она у нас самая слабенькая. Давай поднимем ее хотя бы... До 40-го хватит уровня, интересно? Да, до 41-го хватило. 86 тысяч, давай смотреть. И 87 540 это общее количество. Поэтому продолжаем Poison Tower. Прокачаем тоже, наверное, до 50-го уровня. Полтинчик. Так, вот это до полтинчика хватит?
Нет, 42 уровень. Ну что, 43 волна, ребят, поехали. Вау, метеоритная башня. Я видел, как, ребята, действует она. Ух, смачно. Так, тихо. Ну, нога монаха. Так, и, ну тут, ребята, изи. Вообще изи, справились мы все-таки с ними. 44 волна у нас будет позади. Мы переходим на 45, но не забываем, ребят. На 45 волне у нас открывается... Не открывается, а появляется босс. Кстати, героев-то тоже как бы надо прокачивать-то на самом-то деле. Ведь так? Так, ребята. Поэтому про них тоже не стоит забывать. Но они дорого стоят в прокачке. Но, по крайней мере, дамаг самый большой — это у нас у паладина. Несмотря на то, что он 53 уровня, да? У него дамаг 1120. У монаха 570. У стрелка 786. Ну что? А, 44-я волна. Подожди, ребята, еще даже не 45-я. На 45-й будет у нас босс. Так что пока можно расслабиться. Так, дайте мне вот эту вот энергию. Быстренько будем ее собирать. А вон, смотри, какая куча катапульт. Куча, ребята, катапульт. Эть! Твою же маковку. Не хватило мне, ребят, немножко собрать энергии, чтобы сделать вот этот вот монаха выстрел. Так, смотрим. О, 112 тысяч у нас уже есть, это хорошо. Кстати, смотрите, ребята, у меня же здесь тоже слабачки. Господи, я и про этих-то забыл, что их тоже нужно прокачивать. Ё-моё, это, ребята, я прокачиваю в данный момент футманов, наших пехотинцев. Давайте вот так вот, 61-й. Так, катапульты. Нет, давай-ка начнем бомберов вот улучшим. Бомберов. Давай, да полностью вольем всю сумму, ребят. Отлично, все, ну что, пробуем. Так, погоди-ка, мы зайдем в деревушку. Посмотрим, что у нас тут. 48 секунд, ребята, форж будет построен. Мы посмотрим, что он нам дает. Ну а пока 44-я волна, с которой мы до сих пор не можем справиться с вами. Так, у меня написано... Да ладно, как это инвентарь у меня может быть переполнен? Эй, вы что, шутите, что ли? Так быстро? Дай мне всю эту энергию. А-а-а, опять лопухнулся, да? Или нет? Ребята, удар, удар прошел. Монах успел все-таки сделать удар, ребята, и все. Слушай, ну это не дело, у нас гемы не копятся. Поэтому давайте-ка быстренько зайдем так, секунду. В гемы и, наверное, будем объединять. Господи, тут, наверное, завал полнейший сейчас будет, да? Дай-ка я посмотрю. Оу, точно, когда я успел столько накопить-то? Вроде всего-то 4 боя провел. Ладно, давайте апгрейдиться. Все это объединять в единую, так скажем, кучу. Так, синий с синим, черный с черным, оранжевый с оранжевыми. Так, здесь у нас зелененькие еще есть. Также синенькие затесались, да? 3-го уровня вот сюда. Вот так вот сделаем. Это вот все здесь будет. Так, и во второй сумке. О, во второй сумке, ребята, тоже у меня полный завал. Так, подожди, не надо этого делать. Интересно, а гемы здесь тоже максимального уровня? Или они безграничны в плане прокачки? А, как вы думаете? Я думаю, что, наверное, они безграничны. Можно их апать, апать и еще раз апать. До посинения. Так, секунду. Сделаем сюда. Фиолетовый вот сюда. Так, 2 и 2 мы объединяем. Тут минус, не подходит. Так, красненькие сработали. Вот сюда, сюда. 5 уровня, да? Еще немножко, ребята, и будет 2. Так, а вот тут немножко неудобно. Да? Немножко неудобно нам искать. Так, хорошо, давай мы вот эти вот сюда перекинем. А вот здесь сделаем таким вот образом. Зеленые с зелеными. Так, и все получается, да? Вынести бы их как-то, я не знаю. Давай вот сюда вот этот поставим. Фиолетовый вот сюда объединим. Так, секунду. Вот стопудово что-нибудь... Ага, вижу. Вот здесь вот. Можно сделать так. Белый гем с белым вот тут вот объединяем. Красный... Так, тут зеленый, красный, желтый, белый. Желтый объединяем здесь. Фиолетовый выставляем вот сюда вместе с этим. 4 уровня нету пока, да? 3. Здесь вот так сделаем и вот так. А? Красиво. Тут у нас 4-3 уровень. Не хватает маленько, да? Так, подожди-ка, там, по-моему, тоже черный гем есть. Вот так сделаем. Сюда, сюда, 5 уровня уже. Так, желтый и зеленый, желтый и зеленый. Давай вот сюда вот желтый, да и красный тоже сюда вот перекинем. Так, желтый мы объединяем здесь, а зеленый вот здесь. Все, ребята. Так, что у нас? Итемов очень много. Так, давай посмотрим, идентификацию сделаем. Что такое?
скорость плюс 22 к всем героям и скорость к юнитам, да, получается, к миньонам. Ясно, пока это меня не интересует. Ну что, ребят, 45-я волна, естественно, сейчас будет у нас здесь босс. Посмотрим, что тут за босс у нас такой выйдет. Так, давай. Стрелок, ты будешь? Монах. Монах сделал выстрел ноги. Выстрел ноги. Воу! Опс! Погоди. Стрелок, фу, молодец. Молодец, родной мой. Ты все-таки его откинул. Нифига, он себе на храпчика так набежал. Конник был какой-то, ребята. Темный всадник, нежити. Так, 119 тысяч плюс 92 тысячи за рекламу. Так, и в общей сложности у нас 211 тысяч. Хм. Так. Давай посмотрим. По талантам. Что-то таланты, ребята, 82%. Осталось совсем немножко, и мы с вами еще получим один уровень. Так, давай сундучки вскроем. Дайте что-нибудь уже хорошее. Так, бронзовый амулет, два аметиста нам выпало здесь. А тут обычный амулет, бриллиант и там сафир. Так, я не знаю, ребят, вот я уже запутался, если честно говоря, вот в этих вот шмотках. Что нужно нам, что не нужно, что лучше, что хуже. Вообще растерялся, серьезно говорю. Давай вот тут вот объединим. Черненький нам не с чем пока его. Вот зелененький вижу. Во, пошла. Так, и вроде бы как все. Второго уровня. Тут у нас нет второго уровня. Ладно, пока это все оставляем. И... Так, подождите, ребята, у нас там построилась фордж. Что такое фордж? Опачки! Опапулечки! Это, ребята, идет прокачка скиллов наших героев. Хе-хей! Десятый уровень, как мы видим, максимальный. Обалдеть, обалдеть, просто 160 тысяч, это следующий апгрейд. Так, это мы стрелка, ну у него неплохо, 60%, ребята, получается. И паладин, паладин тоже хорош, поэтому давайте вот так, 40%. Ребята, это надо дело заценить, кстати, через 5 минут у нас склад улучшится, а через 13 минут у нас колодец улучшится, так? Да, ну а остальное все очень-очень-очень долго и дорого. Особенно вот это вот, 1,5 ляма, ребят. На нового героя 1,5 ляма. Но я думаю, в следующей серии мы с вами поставим такую цель, да, накопить на него. Ну-ка, давай посмотрим. Мне очень интересно, как они будут себя вести. Довольно неплохо ведем. Довольно неплохо. Вау. Пробиваем, прошиваем. Все как полагается. Катапульты! Есть. Слушай, удар монаха действительно превосходен. То, что он сбивает всех туда, к стенке. И в этот момент еще наносит урон. Это великолепно. Поехали, 47-я волна. Может быть, до полтинчика-то сегодня доберемся. До свежего, так сказать, босса. Да и посмотрим, что он из себя представляет. Так. Ох ты, ой, много катапульт, ребят. Много катапульт там накопилось. Господи, они же забомбили уже все. Ты видел, сколько там ядер летит? Господи, я не знаю, как-то надо нам рекламу смотреть. Ну что, 185 тысяч. Это, кстати, неплохая сумма. Как по мне, но мы будем с вами дальше прокачивать базы. Да, я думаю, что это нужно сделать в обязательном порядке. Давай до 60 прокачаем. И вот это вот тоже до 60. Хватит денег-то у нас? Есть, хватило. Так, заморозку тоже. Ну, все вольем деньги, так уж и быть. Поехали, посмотрим, ребят. Как на этот раз. Конники очень быстрые, шустрые просто. Оттолкнули. Блин, а... Вот, давай так попробуем. Эх, хватит ли у нас, ребята, мощулик-то? По-моему, хватит. Да, хватило, как с куста. 49 тысяч, елка, хотел сказать, 49 уровень. Ну что, ребята, 48-й, таланты, наконец у нас накопились таланты. И нам нужно с вами в деньги, все в деньги, ребята. В деньги, а потом ресурсы будут улучшаться. Ну что, погнали, 48-я миссия у нас, уровень. Ага, пока хорошо, все отлично. Хорош подходить так близко к моему замку. Вот ненасытный, вот неугомонный, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, катапульт. Да что ж ты будешь делать? Кто у нас, интересно, хорошо борется против катапульта, а? Не, я понимаю, конечно, удар монаха, все дела там, все педали, но... Не знаю, футманов, лучников, может быть, прокачать. Не, давай, наверное, ворота улучшим себе. Улучшили, называется. Смотришь эту рекламу, смотришь, ребят, и зарабатываешь всего лишь копейки какие-то. А тут нужны миллиарды нам, чтобы нормально себя чувствовать.
чтобы нормально себя чувствовать против вот этих всех олухов. Ну что, давай на этот раз попробуем лучничков. Лучничков и катапульты до 40 уровня. Отлично. Давай до полтинника ворота докачаем. И футманов. Ой, боуманов, конечно же, боуманов. Это стрелки. Так, катапульта хватит? Нет, не хватает. Ну что, поехали, посмотрим, ребят, как пойдет. Как пойдет. Как оно пойдет, я даже не знаю. Так, дай-ка мне. Нам нужна вот эта вот манна, ребята. Очень много манны нужно. Ну, вау, вот хотя бы так. Вот хотя бы так, ребята, их сдерживать. Катапульты, когда назад отлетают, естественно, мои юниты подбегают. Уже добивают их, наконец-то. Фух, и у нас получается что? 49-я волна сейчас будет. Так, что у нас там в деревушке? 8 минут остроилось поставить маннавелл. Так, вот здесь вот у нас монах. Давай мы, наверное, прокачаем у тебя. Все, 40% тоже, ребята, у него. Я не знаю, но это на скилл, наверное, все-таки работает. А может быть и на его физуху идет. 49-я волна. Белые драконы, что это за новости какие-то? Белые драконы. Белые кораблики, еб. Хорош, опять 1000 катапульт, ребята, она выходила. Ну, удар из Вентуры, ё-моё. Ну, справимся? Ведь справимся, ребят. Отлично. А вот насчет 50-й волны тут уже стоит призадуматься, так как здесь будет опять же очередной босс. Ох ты, смотри, ребят, за рекламу 150 кусков. У меня складывается такое впечатление, если... О, тихо, подожди, что тут заморгало? Что тут? Что у нас тут заморгало? И... Ну, я понял, что барак... А, мы можем дальше улучшать его. Хорошо, давай. Это еще плюс 180 к ресурсам идет. Так, через 7 минут, ребята, колодец манны сделается. А форж я могу? А, ребята, форж я улучшить не могу. Угу. Тогда мы сделаем вот так вот. Хе-хей! Палыч, давай тоже и... Ну, варваров у нас пока нету. Бойцов, боевиков. Ух, босс... А, подожди секунду, гемы, конечно же, про гемы. Как можно про них, ребят, забывать? Опять будет инвентарь переполненный. Опять он потом запоет свою песню эту вечную, что не хватает места. Вернись, я умоляю. Давай вот так сделаем, сюда вот объединим. Так, вот здесь вот у нас гемчики есть. Подожди, это третьего уровня. Давай вот так вот сделаем, сюда. Вот. И тут-тут-тут-тут. И все, да? И пока все получается. Давай посмотрим, что у нас там по красненьким. Оранжевые. Оранжевое небо, да? Я вижу, ребята, не надо мне подсказывать. Все пока под контролем. Хм. И все, и пошел разносол, да? И пошел, ребята, у нас разносол. То есть разные. Фиолетового нету, этого всего нету. Черный у нас пятерочка максималка пока. Там еще спор, я помню, был у нас в этом, в комментариях по поводу черных гемов и остальных. И вот они там спорили, медведь с кем-то, я не помню уже. Но прикольно было. И начали там, да я вот так проверял, а я вот так вот. Ребят, я, честно говоря, ничего не проверяю, я что лучше, то и ставлю. Может быть потом, когда дальше углубимся уже, когда будет, ну, серьезная какая-то фигня, там уже придется действительно посмотреть, рассчитывать что-то. Пока не хочу себе этим голову забивать. Так. Давай, давай, давай. Тут у нас, ребят, не забываем босс. Будет босс. Давай всю эту энергию собираем. Катапульты какие-то жесткие прибыли. Они меня просто раскатали. Какие-то огненные, видимо, катапульты прибыли. И я даже ничего не смог, ребят, там пикнуть. Все время сюда заглядываю, да? Постоянно. Так, 5 минут еще осталось. Ну, я думаю, что мы не дождемся, потому что, ребят, скорее всего, с 50-й волной мне справиться не удастся. Что-то вот кажется мне так. И, наверное, нам надо будет закруглиться. Так, секунду. Ну, пока нормуль, пока нормуль. Стрелок. Стрелок, конечно, бомбит, но... Оу, вау, 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 вау. Ты что ты делаешь, роднуля? Ребята, это дракон был. Это был дракон. Явился, блин, не запылился. Вроде бы все отлично, все хорошо у нас получалось, но все равно он нас раздеребанил. Подлецы такие, а? 150 тысяч, давай глянем еще раз. Кажется, так много, на самом деле так мало. Что можно нам придумать? Подожди, а почему я не могу? Почему я не могу? Вот, апгрейживаем. Давай, наверное, вот так вот сделаем. До 60 догоним, да? Вот здесь тоже до 60 дотянем.
И осталось денег-то 22 тысячи, господи. Натягивальщики тоже мне тут. Ну ладно, посмотрим, как это сейчас дело пойдет. Ребята, все у нас 50-я волна, с которой я не могу никак справиться. Вроде бы как бы и собираешь все, да, и манну, и все это. А ведь ни шиша не получается. Смотри, даже хуже, ребята, чем в тот раз. Почему? От чего это ядрить тебя на корень все зависит? Не знаю. Этот дракон еще бежит как сумасшедший. Ничего не замедляет. Ему на все пофиг. Он просто пробегает и давит всех. Упырь. Вот упырь. Можно, конечно, попытаться вот так вот это все сделать. Эх, не хватает, ребят, нам еще просто всех бойцов. Лучника не хватает и мага морозильного, который наверняка будет замораживать врагов. Наверняка замедлять им ходьбу. Так. Ну, опс. Как-то вот так вот. Вау, удар, есть. Вот, ребята, бежит, застанили. Ну, ну пропишите вы этому. Давай, толкай его. Ну, встан его. И есть. Накрыли мы его, ребята, медным тазиком. Фу, великолепно сыграли. Великолепно мои бойцы сыграли. Все было вообще четенько. Я просто безумно рад, что у нас вот так вот получилось. Я думал, что мы 50-ю волну не пройдем в ближайшее время. Нет, прошли. Опять же, как-то удачно все получилось. Так, как говорится, камни легли, да? Или карты нам в руки упали. Ух, что у нас там по геймчикам? Давайте, ребят, еще посмотрим по-быренькому. Да и будем, наверное, закругляться с вами. Все, это так неплохо, побомбились. Серьезно вам говорю, от души. Так, гемы. Давай вот сюда вот сделаем объединение. Тут у нас третьего уровня. Так. Синий к синему, прах к праху. Так, секунду. Вот сюда. Вот так сделаем. Третий уровень я вижу. Я вижу. Нужен нам четвертый уровень. Не хватает совсем немножко. Так, зеленый с зеленым, синий с синим. Объединяем. Да, господи, тут четвертого уровня. Тут третьего. Ну, совсем вот не хватает немножечко, ребят. Давайте вот так сделаем. Так, вот так. И все, и тупик. Все где-то около того, но не то, что нужно. По-другому не назвать. Да, как бы они около предела, но в этой сумке пока пусто. Ну что, дорогие друзья, давайте мы на этом с вами будем закругляться. Мы обязательно увидимся в следующей серии. Кстати, 50 секунд, ребят. Ну, сейчас колодец манны сделается. Но мне вот хочется посмотреть, что это вот за лаборатория такая. Ну и, конечно же, будем с вами, наверное, в следующей серии копить 1,5 миллиона на нового персонажа. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.